Привет, друзья! Мой сегодняшний выпуск вряд ли оставит кого-то равнодушным к изложенному, потому что речь пойдет об очень умной и полезной программе. Компания ABEE выпустила революционное в своем роде приложение для iPhone и iPad. Оно позволяет безошибочно распознать сфотанный камерой вашего устройства текст. Также безошибочно возможен его перевод более чем на 30 языков мира. Есть возможность и озвучить как только что распознанный со снимка текст, так и уже переведенный. Но на мой взгляд, функция пока не совсем доработана. Сыровата еще она. Каждый из вас легко найдет применение этому приложению. Примером это пригодится при изучении какого-либо языка, при совершении покупок в супермаркетах. Берем в руки какую-нибудь фирмовую упаковку и делаем снимок с описанием. Представьте себе, даже при условии некачественного шрифта все абсолютно точно распознается, а после этого возможен перевод на русский язык. Ну что ж, давайте будем кончать с этими рассказами. Поехали! Открываем приложение TextGrabber, берем какой-нибудь текст. К примеру, я возьму коробку с Wi-Fi модема. Так. Фокусируемся и фотоем. Выбираем нужный нам кадр из фоточки. Распознавание. Вот наш текст из этой коробки. Можем выбирать текст, отправлять его куда-то, копировать в различные приложения, вот, выбрать все и сразу же можем скопировать этот текст. Также можем отправлять его нашим друзьям через Twitter, Facebook, Evernote, искать в Google, переводить его, например, с английского на русский и на другие языки. Давайте попробуем сделать снимок с экрана iPad. Сделал снимок, теперь выберем нужный фрагмент. Распознать, распознавание, и получаем полноценный текст из страницы Safari. Также можем перевести его и сделать другие функции. Еще попробуем протестировать программу на надписях дистанционного пульта. Берем продукт от фирмы нашего ярого соперника. Так, фокусируемся. Снова же определяем кадр. И еще раз нажимаем распознать. И смотрите, вывела все надписи, даже самую такую надпись BN, BN59, номер модели Samsung, и то вывела. Еще раз повторюсь, что программа делает все эти распознавания без помощи интернета. Хочу отметить то, что программа работает с 30 различными языками. Я думаю, что вам понравился сегодняшний обзор этого очень полезного приложения, и вы поставите лайк за сегодняшний видеообзор. Если у вас есть jailbreak на вашем устройстве, то вы можете скачать его за бесплатно, а если нету jailbreak'а, то приложение стоит $10 в App Store. Если вы найдете применение этому приложению, то даже не имея jailbreak'а, вы сможете приобрести его за $10. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, фолловьте наш Twitter аккаунт. Ссылки на Twitter и ВКонтакте вы можете найти в описании под этим видео. Пишите в комментариях ваши отзывы об этом приложении. Подписывайтесь на наш YouTube канал для следующих видеообзоров. Пока!